28 августа 2023 год, и афоризм дня на сегодня припал такой. Государство умирает вместе с готовностью граждан умереть за Родину. Написала 10 ноября 2010 года. У нас пока, видимо, достаточно в Украине граждан, готовых умереть за Родину. Сегодня мой 5-й день рождения, который я встречаю в армии. Сегодня мне исполняется 49 лет. Исполнилось. Или исполняется. По-моему, меня в 5 утра родили. То есть уже где-то час я жив. 48 плюс час. Да. По поводу возраста, наверное, уместно в этом случае сказать афоризм. По-моему, лучший в этом смысле. Я думал, это извилины, а это годовые кольца. Да. Ну что ж. Государство умирает вместе с готовностью людей умереть за Родину.